А вот, господа, уникальная штука сейчас произошла. Находка века, я считаю. Один владелец в одних руках машина с самого выпуска. Ни разу не реставрировалась, ни разу никуда не попадала ни в одно ДТП в родной краске 1970 года Charger. Посмотрите на состояние салона. 60 тысяч миль пробег. Ну, понятно, там уже какие-то вещи появляются, но, блин, оригинальная. Полностью оригинальная краска. Оригинальный Charger 70-го года, стоявший всю жизнь в гараже. Именно в этом. Это я сейчас в Сан-Диего нахожусь. Просто фантастика. Итак, господа, все, видео говорит само за себя. Мы забрали Charger, но это просто на самом деле находка. Находка века, я считаю. Полностью оригинальная машина. От винтика до винтика. Но и сейчас еще вам кое-что покажу, от чего вы просто охренеете, друзья. По крайней мере, я охренел. Смотрите, на 2000 миль он добавил антифриза к... Собственно, я выехал вверх Мустанг 67-го. Райончик, конечно, тут я вам скажу, потрясающий. Это Сан-Диего. Посмотрите, какой вид. Посмотрите, какой вид открывается здесь. Просто нереально. Очень круто. Мне понравилось. Здесь жить прикольно. Так что всем, кто в Сан-Диего, большой привет. Привет.